Вот, короче, надо одно ездить стримить. 500 раз включаю, переподключаю. Так, люди вон по моей спальне шарятся. Да нет, ничего не рип, ребята. F5, мне просто тетя позвонила. Вот. Да что-то приложение глючит. Ой, мой балкон. Выйду-ка я на балкон. Смотрите, как прикольно. Реально весь спать легло. Да нет. Так, вот что-то они шарятся, смотрите, кажется, это не уборщики. Ириш, не воскрес. Я? Нет, я воскресла. Я воскресла. Чё, спать будем? Вон какая царская люстра даже. Так. Чё-то. Чё, да блин, люди тут были, пошарились в моей кухне, и все, и в спальне точнее, я даже не знаю, что за незнакомцы были. То есть смотрите, какая прикольная штука есть. Красиво, да? Эбикей, хей, икей, ес. Уборщики, лол. Ну блин, а чего они тут пришли, шмон навели мой? Ой, это я в старости. Я в старости какой-то мужик очкастый. Это не уборщики, а ну, может быть. Ну там бичевый. Ой. Ребят. Кому вещи надо постирать? Вон, смотрите, сейчас все закинем. Вот. Это, короче, для даунов. Майк, что-то для тебя надпись. Вот это мой заяц. Майкич я нашла. Покажи еще раз Майкича. Это не был не Майкич, там нормальный был мужик. То было... Надо найти похуже. Ой, знаете, что-то как-то странно тут локация. Ой, тут даже детская комната есть. О, смотрите, как прикольненько. Типа уютненько так, оп. Классно, да? Там типа окошечко. Ну, здорово. А это гардеробная. Да, в халявный толчок можно зайти. То не уборщики. Ты в старости, твой топ-донатер. Нет, Саймон. Это я и еще не решила, кто. Так, ладно, идем по стрелкам, короче. Халявный. Майкич, ну если ты захочешь, то это понятно. Это будет для тебя, типа, ну, халява и все такое. Я опять нашла под это. Рубашка стайл. Что происходит, Азик? Привет, мы тут по Икее ходим. По Икее ходим, вроде гидропоник бот. Ну да, да. Типа, ну ничего так прикольно. Ой, смотри, что они сложили, дети. Вон, видите? Из букв. Там, типа, был алфавит, но что-то потом печаль, беда осталась с этим алфавитом. Маленький правильно, когда будешь ходить по Икее, захвати с собой бумагу туалетную. Цены. Чё почём? А чё именно сказать? Ну, типа, шкаф такой 40 тысяч стоит. Шкаф 40 тысяч. Кровать 20 тысяч. Кровать 20 тысяч. Вот, тоже. Ну, это такая детская. Для двоих. Копейки там, походу, тройничок. Вот в той детской комнате, я не знаю, что там намечалось, но они такие, знаете, я зашла туда, чеки такие притихли. Мне надо бы здесь сказать, так, что делаем? Мы встали и вышли. Покупай. Стримеры же богатые. Кто, богатые, что ли? С чего вы взяли, что стример богатый? Я вообще не понимаю. Это какой-то стереотип. Считаю, даром отдают. Ну, нифига себе. Ну, вот если зарплата у тебя 200 тысяч в месяц, типа, то да, даром отдают. Так, сейчас мы по стрелкам дойдем. Дойдем по стрелкам. Можно заказать такой шкаф у Петровича за бутыль водяры. Я боюсь, Петрович, тебе не то что шкаф, он, блин, вот тебе сделать за бутыль водяры. Петрович, будешь там стоять и прятаться в эти свои штуки. Залезешь, закроешься, и все, и тебя нет. А, чё?
можно заказать. Так, а у нас нет такие. А вот это отстойно, что у вас нет такие. На самом деле в Икее много чего интересного есть. Очень много прикольных всяких. Вот была бы я девчонка, я бы хотела себе такую комнату. Ну, типа, прикольно. Где тетя потеряла? Да, блин, она упылила там куда-то, что-то ей надо быстрее, не знаю, куда она там торопится. Нашла лампу какую-то, типа, все, сейчас надо быстрее найти мешок для пылесоса и все. Вот это милота розовая. Блин, это круто. Все. С вами розовая малышка. С вами это розовая малышка, нормально. Но кузнецки нету. Только Лента и Леруа Мерлен. В Кемерово точно так же. Леруа Мерлен и Лента, все. Ну чё, как вам новая локация для стрима? Как кроватька в терапевтическом отделении. Комната Майки. Ешь, пей, жуй. Бабушки для... Да не, нормально. Была бы я девчонкой. Ну, блин, да, спалили меня. Так вот, никому не говори. Розовая для Майкича, без обид. Да, блин, я думала, розовая — это моя комната будет. Тут, как ты знаете, можно шустрее. Шустрее. Вы поняли, да, почему я это показала? Тут всякие игрушки. Ой, столовка, блин, поесть бы. Интересно, есть озвучка донатов? Через Streamlabs, наверное, только если есть. Я, честно, я не знаю, я еще не разобралась, как это все настраивают. Честно, не знаю. Все идут, смотрят в трубу. Во мою трубу. Ой, где там тетя-то? Короче, если видите мою тетю, скажите мне, то я могу ее пропустить случайно. Всякая посуда. Блин. Реально квест поэта по Икее. Идешь, идешь, так много всего. Текстиль. Буквально. Привет, Крафти. Я как-то зашел в обед Икеи и вышла только вечером. В смысле, ты так долго ел, что ли? Или что? Привет, Егор. В Новосибе есть Икея? В Новосибе есть Икея. Давайте. Так я ж по Новосибу-то и гуляю, вы чё? Ты же нам её не показала. Тётю? Да блин, я, ну вы увидите. Или, если чё, тук-тук. Да это я тукаю. Тут шторочки есть прикольненькие. Блин, я бы... Реально, в следующий раз одна пойду. Да вот же вообще не по рофлит, не походить. Все, короче, я устала, я отдыхаю. А тут мне чай принесите, пожалуйста. Ну, я надеюсь, мне кто-нибудь чай принесет. Официант. Что-то нет, никто не хочет идти чай принести. Наконец-то стрим не дома. Жизнь меняется к лучшему. Ну да. Как ты не стесняешься снимать так? А чё стесняться-то? Я вообще не понимаю. Ну, типа, поначалу как-то стесняешься, а потом привыкаешь, ну, нормально. Чика, мне кажется, Лилам на пару лет помолодела. Не знаю, я просто помыла волосы. Ну, в смысле, покрасила. И помылась. Кемерово и Новокузнецк. Несите книгу жалоб. Обслуживание вообще ужасно, ребят, честно. Меня не обслужили. Даже официант ко мне не подошел. Господи, я уже устала ходить по этой Икее. Михак, приветос. Здравствуйте. Привет, пицца. Икейная игра. Да. Это я. Но все равно здесь комфортно снимать в России так. Не знаю, мне нормально. Ну, типа... Я не парюсь, мне пофигу. Чем больше паришься... А, это, кстати, реально. Чем больше паришься, тем... стране. Наконец-то. Ириш за полгода стримила, помыла волосы.
все, короче, чат. Блин, подождите, все. Я пошла мыться. О, нет, тут нет мужика того заветного, который должен был здесь мыться. Я-то думала просто, что здесь будет мужик, а тут ни мужика, никого нет. Отстойненько, отстойненько. Вот я бы этим полотенцем ничего не делала, потому что мало ли вдруг кто-то жопу вытирал об него. Ну так, на минутку. Сейчас ли. Моложе лайфхак. Все, бан в поисках тети. Блин, тетю надо найти. Найти. Мы уже практически всю Икею обошли. Вот это прикольное, смотрите. Типа крутая такая. Ванная комната. Прикольно, да? Стримерша в душе смотреть без регистрации. Муран, привет, да. Цыган. Там Майкич был, и его просто смыло. Не, там не Майкич был. О, все, я нашла свет. Светильники, осталось найти тетю. Сейчас, найду ее. Найду ее, найду. Тетю я свою. Цигил, что ли, чё? Лампу, 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 лампу. Тут где-то она должна была быть, 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 быть. Нет, не она. Так, она в лампу. Сейчас, погодите, я тут пойду. Вдруг случайно между рядов. Вижу ее. Ну, либо она пошла дальше в самообслуживание, что ли? Нет, что-то нет ее. Что, юбка с ширинкой? Да какой угол? Просто у тебя маленький, вот так скажи. Все. Раз ушла, она такое подталкивает. Да иди, иди, шопси, конечно. Видите, надо подталкивать учат на хорошие действия. Типа потратить все бабки. Нормально. Блин, я вообще не понимаю, как тут действовать-то. Оля! Можешь пойти к охраннику, подойти и сказать, я потеряла тетю. Он меня отведет к ней. В Икее есть LED-лампочки? Ой, честно, не знаю, бропера, что-то мы прошли мимо них. Сейчас, вначале надо найти тетю. Она просто тут ускакала. Если по обстоятельствам. Так, надо найти. Оля! Все, короче, и знаете, пойдемте домой. Все, я оставлю рюкзак. Ладно, все. Сейчас я разуюсь, ребят. О, ну ладно, я не буду этого делать. Блин, рюкзак такой тяжелый, слушайте. Как Майкича смыло, там же сидел. Хакс, привет. Привет, Хакс. Слушайте, ну я не вижу. Мы сейчас до конца Икеи дойдем. До конца Икеи дойдем. Ей надо было еще посмотреть мешки для. Ой, тут так красиво. О, это свечки вонючки, смотрите. О, как классно пахнет. Охрененски пахнет, слушайте, ребят. Иришка, что ты ищешь? Честно, вот это не знаю. Я просто ходила, бродила. Блин, может свечку купить? Она очень вкусно пахнет. Буду дома зажигать ее на стримах. Что у тебя в рюкзаке? Домашки? Да, у меня домашки тут. Я здесь так красиво. Я перестаю дышать. Звуки на минимум. Блин, здесь очень вкусно пахнет. Теперь у меня квест, как найти тетю мою. Как найти мою тетю? Я когда хожу по Икее и вижу визуальные комнаты и думаю, что я живу как бич в хрущевке. Руслан, я уже это прошла, я уже это испытала на стриме сегодня, эти визуальные комнаты, что я как этот бич, который живет вообще в съемной комнате. Ну, в смысле, квартире. Витамин, привет. Нет, не смущают. Нет. Ну, блин, красивенько, красивенько. Все-таки визуальный мерчендайзинг
здесь работает, или как он там называется. Короче, хрен его знает. О, ну это кайфоски, да? Смотрите, я такая высокая. Как будто 2 метра ростом. Вообще крутяк. Типа прикольно, прикольно. И так красиво, я перестаю дышать. Ой. Сядь, посиди на диванчике, пусть тетя сама найдет. Да блин, она мне сейчас позвонит, и трансляция офнится. Она мне в тот раз звонила, трансляция офнула. Какой у тебя рост? 1.64 м. Вот, ну и шпала. В смысле шпала? Смотрите, красивенько, да? О, вот это круто. Еще такие есть, знаете, Big City Life. Не, так-то реально круто. Осина. Ой, все, останьте, а. Блин, что-то я уже устала ходить. Сейчас возьму, посажу тебя на кактус. А что стример? Метр два. Сейчас ты окажешься на этом кактусе. У меня есть картина с машиной на берегу. Круто, у меня нет такой картины.